5 лет. Начинали совершенно с дикого болотистого участка, приобрели его для большой своей семьи. У нас двое дочерей с семьями. И решили сделать что-то типа родового гнезда. Ну и потом хотелось иметь место, где бы можно было с детьми проводить на свежем воздухе вот достаточно большую часть времени. Не наездишься по загранице отдыхать. Вот, поэтому сначала чистились, сначала жили во временных вагончиках, потом потихоньку построили дом, ну и начали его обживать. Первые пару лет были посложнее, поскольку коммуникации были в стадии разработки и в стадии только строительства. Без электричества, конечно, тяжело, какое-то время пользовались генератором. А потом, когда все это стало появляться, ну, жизнь совсем изменилась. Электричество вообще позволило решить многие вопросы. Газ, когда появился, мы были, по-моему, первыми, кто подключился к газу. До этого прожили одну или две зимы на сжиженном газе, что, конечно, было очень дорого. А центральное газоснабжение, ну, это несравнимая вещь совершенно. Вот, воду тоже долго ждали, и когда она появилась, это был большой праздник для нас. Потому что мы живем совершенно в городских условиях. У нас все удобства такие же, как в городе. Ничуть не сложнее наша жизнь, чем в городе. Есть абсолютно все. В поселке больше года, наверное, если мне не изменяет память, уже организован проводной интернет вполне хорошего качества. Иногда бывают какие-то на линии аварии, которые быстро очень устраняются. Совершенно нормальный интернет. Мы первое время пользовались мобильным, ну, вариантов других не было. Но как только один из наших жильцов проявил инициативу и нашел поставщика, договорился, все вопросы организационно решил, мы, конечно, тоже присоединились. У нас такая большая группа тех, кто живет постоянно, они сразу подключились к этому постоянному интернету. Ну, а осенью, ну и мы, я знаю, что не только мы, ходим в ближний лес и грибы собираем. Ягод вокруг очень много. Черника, голубика, брусника. Ну, в этом недостатке нет. Домашние животные у нас вот таким образом осуществилась наша давняя мечта. Муж очень много лет хотел завести большую собаку. В городе это совершенно нереально. Вот как только мы уже закончили строительство дома, он купил щенка, буквально месячного щенка, овчарки. И вот этот вот наш Ларс, он вырос здесь. И здесь, конечно, ему раздолье. Пока было соседей мало, мы позволяли себе с ним так это привольно гулять по дорожкам. Но по мере того, как появлялись соседи, появлялись дети, конечно, мы теперь уже без поводка не гуляем. Вот. Но, тем не менее, для собаки здесь тоже никаких проблем. Я знаю, что у многих соседей есть домашние животные, и коты, и собаки. Все в порядке с этим вопросом. И вот здесь вот в 3 километрах поселок Рахья, в котором совершенно цивилизованные, нормальные, несколько продовольственных магазинов, по-моему, 2 пятерочки там. Есть вполне приличный хозяйственный магазин, где все необходимое по части стройтоваров и хозяйственных вещей можно купить. Это все рядышком.